Дорогие друзья, я вас приветствую и хочу сообщить очень важную, интересную новость. Наши все программы, фактически обучение, все теперь будут проходить за городом, в прекрасном месте. И вот это вот прекрасное здание теперь ждет вас для того, чтобы помочь вам восстановить ваше здоровье, для того, чтобы вы смогли научиться фантастическому методу биодинамической фасциальной модуляции, и чтобы в руках у вас появился инструмент, которым вы можете помочь себе, своим близким и своим знакомым, а может быть и клиентам. Это очень интересная программа, а точнее программы. Будут совершенно новые программы и совершенно новые семинары, потому что возможности, которые открывает вот этот вот комплекс, они, ну, я очень хочу их использовать и, наконец, воплотить свои некоторые мечты в реальности, дать новые какие-то курсы, на которых вы сможете получить знания, которые вы больше нигде не сможете получить. И, конечно же, здесь будут прекрасные восстановительные программы, загородное, не только обучение, но и восстановление своего здоровья. И что здесь вы получите? Ну, во-первых, конечно же, обучение. Сеансы реабилитационные, которые, или точнее сказать, правильно это восстановительные сеансы мои, специалистов, Максима Викторовича. Точно так же здесь будет в вашем распоряжении бассейн огромный, где вы можете поплавать. Ну, или с утра перед занятиями, или после занятий. Погреться в сауне. Ее будут готовить специально для нас температурой, которая необходима для вот именно сеанса после расслабления по методу БФМ. И будет точно так же там еще готово для вас джакузи. Кто-то, может быть, захочет посидеть в ней и погреть свое тело. Будет еще что. Готов, в общем-то, и всегда вас ждет два бильярдных зала, если кто-то хочет поиграть. И это американка и русский бильярд. И все это будет для вас бесплатно, потому что вы будете проходить программу обучения. И это как бы наш с этим отелем подарок для всех, кто приедет к нам сюда. И еще что ждет вас, конечно же, прекрасная еда, трехразовое питание, шведский стол, все очень вкусно. Мне очень хочется здесь работать. Мне очень хочется начать работать здесь со всеми, кто приезжает к нам на обучение и восстановление. И еще хочу отметить, здесь просто фантастический парк, старинный, со старинными деревьями, которые в высоту сразу понятны вообще в объеме, что они точно здесь старые, им больше 100 лет. И, может быть, какие-то из этих деревьев были посажены еще, да, во времена князей Трубецких. И прекрасные рядом очень оформленные поляны. Очень хорошие домики, в которых, возможно, кто-то из вас поселится. И условия здесь у нас такие будут. Я надеюсь, что они вам понравятся, потому что они, ну, можно выбрать. Что все-таки кто-то, может быть, приедет с семьей, и можно вообще целой семьей здесь отдыхать, и реабилитироваться, и восстанавливаться, и поправлять свое здоровье, и обучаться. Вот, допустим, как у меня сейчас приезжала одна семья, сразу же и дети, и мама, и папа, 6 человек. И, конечно же, вот если здесь бы приехать, и вот тут вот на природе и с детьми подышать, и побегать, и поиграть, то отдых, да еще со всеми бассейнами там, и дополнениями, то, конечно же, получается, что ваше время, которое вы проведете здесь, оно будет с большущей пользой и для здоровья, и для психоэмоционального восстановления, и для отдыха, и для набора ваших сил энергетических, психоэмоциональных, жить, радоваться жизни и продолжать двигаться по жизни. И я приглашаю всех желающих, приезжайте, посмотрите у нас на сайте, какие вкусные цены. Это просто вообще нереально. Это вместе с отдыхом, я даже могу сказать, вместе с отдыхом, с обучением, с трехразовым питанием, бассейн, сауна, джакузи, бильярд, погулять по парку перед сном и отдохнуть здесь полностью. И еще хочу сказать, добавить, будет много новых интересных программ, будет много новых интересных семинаров. И все это в самое ближайшее будущее. Я рекомендую, наблюдайте за нашими, следите за нашими анонсами, за нашими новостями. И очень скоро, еще тоже вот где-то, я так надеюсь, что у меня получится, я выделю время.
и буквально через неделю, через две, будет вебинар, посвященный как раз методу БФМ, где я отвечу на все ваши вопросы, которые возникают у людей, даже иногда даже человек и знает уже метод, знаком с ним, но для него очень многое остается непонятным, загадкой, как это работает, почему такие стабильные результаты, почему такие фантастические, быстрые результаты. В этом нет никакой фантастики, это, наверное, физика и биодинамика, и просто знание закона физики, биодинамики, химии человека. Я обо всем этом вам и расскажу. И, естественно, это все обязательно должны все эти знания в сочетании со знанием психологии человеческого организма. Поэтому я вас жду также в ближайшее время на этом вебинаре на моем канале YouTube. И приходите, слушайте, подписывайтесь и готовьте вопросы. До встречи!